Хейо, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить Изиком. Просто Изиком. Так, можно поиграть челлендж, у нас довольно дохера еще челленджей не открытых. Просто уйма. Ну, я думаю, давайте этим займемся, может быть, в следующей серии, потому что я сегодня думаю сыграть за Аполлона. И нужно еще сыграть за Азазельку. И пойти в рай. Или в ад. Так, я сейчас немного начинаю путаться. Мне нужен рай или ад? И что значит вот это адский круг? Типа Бримстона. А, точно, я же сатану, да, Зайзека убивал? Или нет? Да, я убивал сатану Зайзека. Ева. Да, походу это мы все в рай шли. Или как, я не понимаю, мы тогда аж в рай, да, ходили? Поехали, ладно. Сейчас разберемся. Пол жизни потрачу, чтобы вспомнить. А, счастливые бомбы. Феромоны. Many good rooms. Gold rooms. Please. Свапер таблеток. Шолтерс. Это бесполезные вещи для меня. Так, дарк. Кровавый тампон. Бомбы. То горящие бомбы, то плачущие бомбы меня преследуют. Рожки. Они разве работают на мне? По идее, я... О, да, работают. Ну, это ж такое, блин, знаете. 50 на 50, что... Мы играем дальше. Holy Mantle. Защита на... Блин, Хаглас. Ладно, давайте сделаем так. Блин, а что он? Это бесконечная, типа, хпшка. Все. Просто рашим, да и все. Мне нужно сейчас на самом деле зарашить, потому что я не помню. Я не помню. Блин, тихо. Куда мне бежать? Я хочу... Я не успеваю, да? Я не успею, блин. Я хотел... Да, я не успеваю. На самом деле обидно. Я хотел нового персонажа открыть, Forgotten'а. Но, как видите, увы, не сложилось. Так, удача. Когда побежали собирать все, что у нас остается. Ох, сколько ключей нам дают на старте. И одна бомба. Такое. 50-50. Хороших камней не наблюдается. Ну, хотя бы ключи падают, замечу. Падают ключики. Можно открыть магазин, но я не уверен, что мне там вообще нужно. Потому что как бы денег нету. Бля. Чувствую, что сейчас мне терзу понизят. Амнезия. Не страшно. Довольно маленькая комната, поэтому... Как-то посрать. Так, стоять. Блин. Мне, в принципе, фул уже не нужно. Потому что... А что она мне даст? У меня уже этот есть, щит. Я теперь могу в каждую шипастую комнату заходить. Это впервые, да, у нас уже падает предмет этот?
И это замечательно. Да, нету хороших камней, поэтому поехали. На боссе такое дерьмо выпало. Unlock HP. No problem. Вот этот предмет тоже, видите, как бы я его взял и все, я могу идти дальше. Мне все равно, урон мне дали, не урон. Ай, вот это уже плохо. Это уже очень плохо, потому что я уже сам задамажился. Значит, я уже начинаю спешить. Так, на маленький предметик мне хватает уже денег. На маленький. Белая пилюля. One small. Золотой сундук нет. Ай, блин, а я не посмотрел, есть оттенок лопаты. Я на самом деле не помню, что нужно. Ой, здесь я заюзаю хаглас. Сколько я взорвал? А дали всего лишь одну. Я еще золотую комнату не нашел. Вот и она. О, фига себе, бомбу дали. Блин, странные жучки, потому что... Ну, эти паучки, потому что... 50-50 мух... Орбиталка. Домашняя орбиталка. Можно, в принципе, зайти, я не знаю. Я не против. Карта. Можно купить карту, почему бы и нет. Но я считаю, что... Блин, ну донати до хера будет. Донати до хера, ладно. Берем карту, донатим эти монетки. Идемте дальше. Карта в основном мне поможет это увидеть всю структуру карты. Да и все. Самый лучший вариант это компас. Вот если был бы компас по дешевке, я бы взял. А так, такое. Такое себе. Да, ребят, давайте, наверное... Если у нас все так получается, я с вами еще перезапуски буду делать. Хера себе. Божик. А, это орбиталка. А у меня этих нету. Сори. Сердечек нету. Почему бы нет? Дамакап. Ай, дамакап, который не работает на мне. Каев. Оев. Что сказать? Ай-яй. Может, еще дадут шмотку? Сундук. Так, одна монетка есть. Ну, понятно, где босс будет. Но мы не за боссом идем, поэтому... Как-то все равно. Так, удача, хорошо. Не, вы мне не страшны. Ой-ой-ой-ой. Вот видите, не дожал я атаку. Какая фигня произошла. I'm drowsy. Я хочу открыть реролл. Или он... Не, у меня закрытый. Потому что мне нужно 3 раза быстро пройти карту. Блин, вот это бримстоун. Хотя я взял этот. Как оно, цепочку. Поэтому более-менее нормально. Пипец, мне ключи просто дропают. Ладно, хотя бы не очень далеко. Так, 5 секунд.
Я не знаю, скорее всего, эта серия у нас выйдет где-то на часика 2. Ну, зависит, как будет у нас идти все дальше. Ну, часть... Больше часа это точно у нас будет занимать все. Больше часа будет у нас тут... Серьезно? Или нет, либо мы просто сольемся. Потому что мне дали дерьмо. Мне дали тролль-бомбы за получение урона. Класс. Так как я не знаю, что у меня здесь, я просто... Ой, тихо, я куплю... Серьезно, ты сломался? Классненько. Классненько. Ладно, пойдемте дальше. Так как мы пойдем с вами в ад, мне не нужны ключи будут там. Поэтому тратим их на сундуки. Если есть возможность, тратим на сундуки. Ой, красное сердце даже дали. Красное сердце, это хорошо. Красное сердце, это всегда хорошо. Эвил-вил. Бомбы, ништяк. Плюс черное сердце. Сейчас у меня будет красное, если вдруг у нас адская сделка будет. Пойдем в адскую сделку. Так, сразу заходим сюда. Почему бы нет? Почему бы и нет? Воу-воу-воу! Слышь? Это что за щиты? Нахера ты их запу... В меня запускаешь? Не, ребят, это щиты, это щиты. Парень, юзай щиты. Я понимаю, что вы хотите мне сердце выбить? Бля, и я именно встал на его сердце, теперь будет жопа. Классненько. Ладно. Давайте здесь в игровую зайдем. Бабам. Дроп монетки. Дроп монетки. Так, я не понял, а почему у меня амнезия? Так, стоять. У меня амнезии не было. Или была? Не, я точно помню, что у меня амнезии не было. Тренька херня на самом деле. Так, погнали наверх. Монетка. Сундучок. Пипец. О, теперь хотя бы бомбы у меня есть, ладно. Но у меня ноль хороших, как бы, этих камней, да? Хорошие камни забыли завести. Они говорили, вы держитесь. Должны завести. У меня и активки даже нету. У меня даже активки нету. У меня даже нету активки, погнали наверх. Ключ. Зачем он мне? Автомат сломался. Я задонатил сколько туда монеток? Только три? Три монеты донатим, автомат ломается. Кайф. Ну, здесь, извините, мне вариантов нету. О, я еще меньше стал.
Может, я этим стану. Летчиком. Хотя там, кажется, за повязки ничего не дают, да? Или дают? Что я не заметил. Купон дашь? Будет зашибись. Купон дай. Ну, я лучше возьму больше пилюли. На самом деле. Воу-воу-воу-воу! Так, стоите, точно пилюля? Хер вам, все. Я думал, это пилюли дают больше, а это у нас... Наши, короче, атаки примагничивают врагов. Хорошо, что я заметил. Раз. О. Феромонс. Так, кстати, магазин. Разве там не было активки? А, точно. Вспомнил. Да-да-да. Почему я вспомнил это потом? Лучше их вот так убивать поодиночке, потому что если вместе их взрываешь, потом себе добра найдешь. Ой-ой-ой, активка, карта активка, когда у меня нету активки. Класс. Больше полезных карт. Так, это кажется этот, не плюется. Так, еще мясо. Ну так, да? То есть ты мне кидаешь вызов. А я возьму. Ясно? А я возьму, и вот ты возьму. Так, а вот... Почему я им не стал? Это уже другой вопрос. Я не знаю, зачем я сделал это. Ну, плевать. Райская комната у нас уже в минус. Мы все равно потом в ад пойдем. Нихера себе. Давайте наверх. Я вышел и зашел, потому что муки респавнятся. Блин, жалко, что это не отравленный, типа, пердеж. Лучше был бы отравленный. Ой. Блин, тихо. Ну, бомбы у меня есть, но, блин, тратить их. Автомат, ладно, да, можно потратить. За автомат я знаю, что там выпадет что-то мне еще взамен. Так, погнали влево. Главное, таблетку амнезию не найти. А, у меня все равно против дамага есть. На один раз. Нормально. Так, золотуха. Так, бомба упала. Опять у меня это дерьмо. Карандаш, да, который не работает на мне. Класс. Обожаю, обожаю. Ол. Ирстаун. Обожаю. Больше задержка. Почему бы и нет? Так, мне магазин нужно найти, но так как у меня проклятие. Блин, вот сейчас бы я уже выстрелил. За этой херни, блин. Черт. И что мне делать? У меня проклятие это странное. Ай-яй. У меня это чертово проклятие. Нам
мне это чертово проклятие, и это мне не нравится. То, что это уже даб у нас. Автомат. Автомат пополняшки, ну. Давайте. Блин, я не буду брать, я не хочу становиться меньше, потому что потом я хер увижу себя. Мы это уже дело проходили на самом деле, поэтому. Тихо. Лучше не рисковать. Ой, вот это хорошо. Очень редко мне падает. Как бы сундука с синим сердцем. Окей, поехали. Какой шанс того, что это на урон? Потом возьму. Оу. А. Ну, в принципе, знаете, кусочек гарпии неплохо, я думаю. Довольно такой. Довольно такой даже. Потому что три мухи, если мы еще найдем триньку на мух, это еще будет лучше. Блин, мне нужен дьяволенок, чтобы у меня заработало сердце. Ну, не сердце, а шлюшка. Чтобы она заработала, мне нужно, чтобы у меня было только пол сердца. А пол сердца, увы, я только могу сделать. Так, а огонь у нас где был? Окей, сейчас туда тоже сходим. Как вы надоели. Куда мне деньги девать? Просто посмотрите на мое количество денег. Куда мне девать? А даже без скидки я уже могу 3 купить. Так, лады. Побежали с вами наверх. Мне нужно костры повзрывать. И тогда пойдем дальше. Ага, это я хотя бы в той вообще играю. В комнате. Или у нас огни в пещере, блин. А не, вот. Манать. 2 из 3 довольно хороший результат. Так, босс. Блин, я думаю, я на мамке заюзаю, короче, этот. Карту. Если в дальнейшем ничего годного не выпадет, почему 2? Блин, не повезло. Да главное, мне сестры не падают. А если бы сестры выпали, в принципе, бы это. Было бы поинтересней. У меня они хотя бы вообще падали. Так, отлично. И адская комната открылась. КП, ХП, грипп. Давайте так, мне, в принципе, выбирать не зачем. Контракт. Пускай будет контракт. Next. Блин, тогда это пропадает смысл головы гарпии. Ай-яй. Камон. 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 Не повзорвать их. О! Да-да-да-да-да. Ой, я чуть сердечко не взял. Так, вот теперь у меня есть доп. Урон. Доп. Урон всегда мне нужен. Так. Еще кусочек гарпии. Просто его потрогай, чтобы был. То, что я не хочу дамажиться. Плюс сделка тогда пропадет. На сатане тоже 3 сундука.
Так, кажется, я гарпию собрал. Да, все, у меня третий кусок гарпии, я стал гарпией. Мухи. Больше мух. Так, а, точно, у меня же это. Я же гарпией стал, у меня теперь этих мух. Вагон, плюс они постоянно сами возрождаются у меня. Я убил, они появились. Не, ну это уже забег такой изи-изи-изи. Из раздела очень легкие. Чисто секретку открыть, знаете. Чисто секретку открыть. У меня максимум уже денег как бы. Манать. Блин, ну да, тут челлендж не выйдет. Типа зря взял. Так, золотуху сейчас сходим. Манать. Просто имбу сделал. Жалко, что он до конца не сохранится. Голова Боба, в принципе. Бам. Хороших камней у меня все еще за забег ничего не было. Так как я собрал гарпию, у меня и шансов рели вообще на челлендж даже не... Лучок. Да? Ну, блин, ну, там в основном у меня все падает по статистике, так как у меня лазер, во-первых, а не слезы, да. Я только себе стату уменьшу. А, у меня 23 скорости атаки, это довольно неплохо. Если бы мне... Опа. А, плевать. Так, шипастая комната, залетим. Пол сердца я собрать не собираюсь. То, что мне тогда шлюшка пропадет. На мамке не быстро все отъедут. Плюс у меня защита от мамки на один раз. Так, в магаз зайдем следующий, поэтому сюда сначала забежим. Еще пол сердца. Как мы видим, еще пол сердца. Пипец, мои мухи просто суициднулись. Вау, 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 вау. Черт, минус урон. Так, в такой эпи... Так, я впервые такой вижу магазин. У меня разве по 6 было тогда дропа? Так, ну я возьму сердце в основном. Это ж последний у нас магазин, да. Я просто покупаю, чтобы было. Я покупаю, чтобы было. Бац, бац, бац. Я не вижу ничего такого. Мухи, мухи, мухи. Так. Еще могу купить несколько предметов. Ну, куплю, чтобы были. Все равно ими пользоваться никто не будет.
И куплю ключик на последние деньги. Все. Закуп на все, что есть. Джокер. Поехали. Даркбой. Так, мне дали куски плоти. Мы идем с вами в ад. Берем ад. Такое. Сразу прыгаем, я сразу прожимаю карту. Так что я думаю, смысла тратить время нету. Пипец мне мух. Джокер. Да. Спорно, спорно, потому что я могу и сейчас взять. Я возьму. А я и возьму. Так, все, сразу бежим на босса. Только где он будет, скорее всего, внизу. Монеточка. Ключики, монеточки. Я вдруг из соседней комнаты заходить не собираюсь. Ой, что, серьезно, не угадал? Мне главное, чтобы меня не убил мой наездник. А он это может сделать. И довольно просто. Вот, кажется, либо вот эти мухи, либо нет, которые взрываются. И они могут меня жестко надамажить. И на этом я могу и жестко проебаться. Поэтому тут нужно смотреть все востро. Да, выполнил здесь челленджик. Он босс. Ну только такие можно челленджи выполнять, как мне дали ключик. Сейчас просто заходим, он выносится. Мне еще гвоздь дали. Не вижу смысла гвоздя, поэтому просто идем дальше. Чисто чтобы получить черное сердце. И у нас уже с вами дохера всего. Ну, блин, мне нужно. Так, сразу побежим в эту сторону. Мне нужно. Так, челлендж я выполнил. Ой, как бы вам сказать, что мне нужно. Блин. Я не вспомнить, что я хотел сказать. Чертенок мне нужен. Мне нужно дать ему пол своего сердца. Вот, кажется, вот эта муха у меня атакующая. Жесть, эта муха атакующая. А, мне окей. У вас дохера. Так, одно сердце запасное. У меня глазки монетки. Ладно. Фу. О, мне глаза дали. Ништяк. Ну, ребят, варианты такие. Изи. Мне терять нечего. Блин, кто-то пришел. Как бы я могу пойти на Хаша? Но я не хочу. Мы взяли с вами негатив, поэтому мы идем в негатив. Потом мы с вами это отправляемся в сундук. А уж с сундука мы с вами продолжим путешествие дальше. По бескрайным и пустым местам. Так, по правом. Next. Челлендж выполнил, мне дали скорость полета слез. Конечно, не вижу от этого смысла, но ладно.
Так, магик, телепорт. Так как у меня здесь нету, как вы видите, процентов, мы сразу телепортируемся. Видим дерьмовый предмет, которого смысла брать нету. А вот в шипастую зайти можно. Долго что-то ты. Нет, не хочу портить забег. Там, где босс уже? О, ты ж, ё-моё. Главное не коцаться. Так, желудок. Пускай лучше будет желудок у меня. Дальше. Еще мне терзу увеличили на 4 целых. Animals room. Ой-ой-ой, все, жесткий. Вот эти, кажется, взрывучие. Да, это взрывучие. Ну черт. Так, сундучело, погнали. Вот тот зеленый, это самый убогий, который меня бесит. Из-за того, что он отравляет. Seems good. О, артефактик дали. Как у меня урон увеличился. Да я уже тут был. Тут я уже был. Так, погнали вниз. С боссом только могут быть проблемы. Ну, я не думаю, что у нас они будут. Мне бы только... А, не успел. Черт. Вот черт. Чертяка. Ну блин, здесь серьезно, вот смысла нету. О. Тролль бомбы. А, я вспомнил, почему у меня еще нету этого. Вы поняли, о ком я. А там челики из Forgotten'е, который я хочу открыть новый. Мне очень сильно нужно. Это этот. Как он называется? Убить. То есть сделать этот мини-перезапуск. Ну, если сейчас не этот будет призрак. Отлично, повезло. И секретку еще открыл. Повезло вдвойне. Ну, со секреткой, да, мне не повезло. Секретом не повезло. Я не знаю, сколько у этой мухи урон. Но я думаю, что очень маленький. Блин, я не помню, страх. Вот у меня, на них налаживается, по идее, страх. Ну, от чего именно? От урона моего? Ух, ништяк. Только сейчас у меня урон понизится. Да, ну ладно. Как бы и дали, и понизили. И дали урон, и понизили. Босс, поехали. Вот о чем я... О, это, то есть я за нанесение дамага... А, вот я получил, yes. Demon Baby, Golden God. И портал открыли. Вот, мы его получили, наконец-то, Forgotten. Поехали. И теперь мне нужно еще пройти так два раза. Чтобы получить то, что мне нужно.
Так, а что у меня осталось? О, у меня все осталось. Замечательно. У меня все осталось. Это замечательно. Сейчас мы еще сердечко потратим. Подожди, а проклятие точно нашло время. Пипец, кажется, муху там заклинило. Видите, он? По идее, они должны летать там, где я нахожусь, а она что вообще? Ну, забейте, это сейчас будет быстро. Главное предметы найти. Главное предметы дальнейшие, потому что когда мы будем уже в следующий раз перезабрасывать уровень, у нас будет все по-новому. Блин, вот это что я за монеты теперь покупаю? Проход. Вот это меня напрягает. Нет, не хочу. А, у меня... А почему у меня голова козы не работает? Ну ладно. Мне мешером дали. Вообще зашибись. Это вообще зашибись. Стоять. Мне золотая комната еще нужна. Или я уже находил золотую комнату? Че? Кстати, я проворонил этот момент. Золотой комнатой. Кажись, да, я открыл золотую комнату, и мне дали вот этот нимб. Но я не уверен. А, вот что здесь. Желудок. Не-не-не, ребята. Желудок мощная вещь, но... Она мне все сломает. Подвалик. Ну, это мне точно все сломает, поэтому, ну нахер. Весы чертовы. Ну, ваши нафиг эти весы. Так, заперто, окей. Давайте, короче... Все равно мы ключи до хера. Лап. Сделка у нас точно будет. Я это уже уверяю вас. Так, магазин. Вау. Окей, берем. Йошоп. Item room. Старт. Херня. Подождите, а я не знаю, работают ли вообще лазеры с этой. О, портальчики, все, наконец-то. У нас полноценная игра началась. Портальчикам еще не хватает несколько боссов только. Все. А так все зашибись. Ну, поехали. Еще плюс дома, который, по идее, на мне не работает. Так, ну букворм у меня же есть, поэтому я беру еще плюс дамаг. Замечу один и тот же предмет, да? А, подождите, адские вещи у меня забираются, которые я в сделке делаю. Блин, я не взял сердце с ней, ладно. Не такая уж и беда. Не такая уж и беда. Ну тебя нафиг. Ну вас нафиг. Так, есть ли у меня гарпия? Так, голова есть. И все, да? Так, ладно, возьмем лапку. Я понял, что это я зря сделал. Да. Просто сейчас я взял себе
Авангаз. Окей, полетели, короче. Магазин. Мне нужно срочно вот это. Черное. Черное. Филак. Мне нужна чернуха. А, я забыл, меня шкоцнули! Нет. Ой, бля. Планета. Какая фигня. А, бадгас. Возьмем тебя. А, я был уже здесь. Так как мне... Ах, я чуть планету не взял. Букс. Give me damage. Букс. Нужно дособирать мне деньги. Еще одна монетка нужна. Бля, вот они специально так делают, чтобы я взял это дерьмо. Они же понимают, что я его смогу взять. Довольно просто, на самом деле. Мне нужна одна монета. О, пол перца. Тоже неплохо. Юниорс. Пак. Монеты не хватает. Черт. Одной монеты. Монетка. Отлично. Монетки хватает. И бомб хватает. Так, здесь, да, у нас магазин? Чтобы проклятий не было. А поверьте, они в дальнейшем будут. Довольно часто. Так, сразу вверх. Чекаем, что здесь у нас. Так, шипастую зайду. О, отлично. Ой, там даже два. Отлично, вдвойне. Отлично, вдвойне. И денежки есть, и ключи есть. Да. Тренькай на ключи, это имба. Ох ты. Ну, я думаю, мне ключи больше не нужны. Вау. Ну, здесь вариант только вот этот брать. Потому что мне не слезы. Не, вот это РНЖ уже все это хорошо пошло. Благодаря РНЖ, благодаря Тринке. Слезы бы там изворачивались, кажется. А с помощью Тринки я просто бегу и все. И урон что-то есть. Да есть. Считай, у меня как будто в руках Бримстоун. Ай, ладно. Плюс поджигай врагов. Зачем бы нет? Так, вниз схожу. Может, там будет библиотека? Там нет никакой библиотеки. Ох, десятка. Взрываем. Я ничего брать не собираюсь. Еще монетки. Монетки. Просто заходим, уничтожаем, уходим. 36 монет, плюс 2 шмотки есть. Так, хп. Понятное дело, что я на него потрачу. Так, а ты не закроешься? Нет, не закрылся, отлично. Берем Динна, берем еще сердце, потому что так у меня сердце пропадет, по идее, черное, да? Или оно за место синего станет? А, не суть. Так, сюда.
Нет, слишком дешево. Так, монетки, монетки, монетки. Сразу порашили. Пипец, у меня уже там мух. Конечно, они суициды делают, но такова уж жизнь. Монетку. Так. Фортуныч. Ай. Ладно, не повезло. А, хилдаун, нет, не-не-не, спасибо. Так, что у нас там? Не, карта, старт. А у меня вариантов нет. И все равно, что она мне все равно ничего не даст. Пойди, у меня скорость атаки уже почти не максималка. Если это не максималка. Так. И комната. Так, магаз. Активка. Рандомная тринька, но мне имбовая тринька, поэтому ну нахер. Вон, видите, у меня как бы... Он там прыгает. Между хорошей и... Ну, плюс-минус. О, еще плюс дальность. Изи босс. Еще плюс дальность. Чертила как вариант можно взять, но я лучше возьму, что она более лучше. Потому что я на чертил так и мод не поставил. Так, сразу телепортируемся. Так. Кажется, да. Ой, свеча, блин, а жалко то, что я не могу две тринки собоносить. Хотя эта тринька у меня постоянно выключена. А ну-ка, сколько у меня радиус? Нет, я лучше возьму тебя, дитя мое. О, найс. Хилап, божечки. Мушечки-кошечки. Это у нас Некрополис 2, да? Так, наверх. Выше. Мухи просто атакуют. И лап, пец. Мне нужно еще урон сделать себе вообще идеальный, будет. Ма. Так, не хочу. Мало ли еще просру. Ой, я забываю эту прожимать. Так, что я еще не нашел? Магазин я не нашел, поэтому мы идем в поиске магазина. Эй. Открываем, зажимаем. Еще сердце. А, вспомнил, почему чертяка решил мне это нихера. Ой, стоять. Автомат взорвался, черт. Тут же теперь мне по фул хп выносят. Я это забыл. Вот это я вот забыл. Вот. Теперь работает. А теперь все работает, отлично. Вот это, блин, фигня. С дамагом мне целое хп.
довольно жестоко мне выходит. Блин, где это чертов магазин? Пипец, вы его запрятали. Больше пилюль. Так, понятное дело, что я здесь карту возьму. Ой, стоит по скидкам все. Да, 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 да. Ну, сам куплю. Все, можно идти. Так, а я не помню, как карты переключать. Так, ну это полностью все выбросить. Кстати, у меня что, две одинаковые карты? Ладно. Так, а что у меня по предметам я там понабирал? В принципе, нормально. Это двойной предмет с босс-комнаты, да? Сейчас на боссину сходим и посмотрим. Так, Хагглас. Сейчас сходим и посмотрим. Так, снова берем мы с вами ват. Так, дамаг. Ой-ой-ой. Так, а я же, кажется, не делал, да? Не делал. А тут ничего такого ценного нету на самом деле. Ну нафиг. Или... Не, ну нафиг. Не хочу. Не хочу. Просто лучше порашили, да и все. Хотя нет, мне нужно вернуться, посмотреть, что здесь. Два сундука дерьмовых. Что там, что будет хороший маленький вариант. Еще радиус увеличили мне. Давай, 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 открывай. О, младенец. Сердце, так, что по карте? Double bombs. Поехали. Да, открою, что мне. Такой нормально. Ой, точно, точно, у меня ж двойная уже энергия. Чтобы вот так я взял вот. И не забыть. Рожать. Манать, у меня там мух, наверное, бесконечность. Огромная куча мух. В смысле, даже если так посмотреть, у меня автоперезарядка? Мне показалось, ли у меня автоперезарядка была? Да, когда у меня я дерусь с боссами, у меня автоперезарядка, зашибись. А смысл мне от ключей? Мне только по прошайке можно их отдать и все. Нет. ХП. Слабое место. Вверх это его слабое место. Так. Ну, в принципе, здесь, если брать, тут дамаг, понятное дело. Голова козла, берем. Нужно брать, потому что чтобы на следующий у нас был забег все это. А я думаю, а вот карту мы с вами отдали. А я думаю, а что у меня было там? А у меня же была там пилюля на ХП. Блин, нужно фонариком светить на врагов.
Нужно фонариками светить на врагов. Зачем я сюда пошел? Ладно, был хэп, сердце взял. Ну, падай. Зашибись. Так, взрываем. Сердца. Итемсрум. Ладно, возьму. На самом деле, я забыл, как переключаться. Между картами. Ай, коснули. Ну, не беда. Так, армия мух. Пойдемте наверх. Идемте вниз. Самый низ, походу, он в самом уж там углу. Так, магазин. О, снова получили. Снова, снова, снова. Костик минус. Да, возьми карту. Пригодится ведь. Минус сердце. Писацкая комната. Полет, спектральные слезы. Так. Да, давай-ка я, наверное, возьму тебя. И отправляйся вниз. Пойди последний раз, когда я зайду туда, убью босса. Тогда уже закончится все. У меня удачи. О, вот, переключаюсь наконец-то. Минус, получаем бомбы. Так, здесь скорее всего будет босс. Дофига монеточек. Чертила, хотя бы стрелять, я не пойму. W bombs. Так, давай, давай, давай. Изи. Просто изи. Плюс то, что у меня урона еще достаточно. Ну что, поехали. Так, да, хорошо, черед. Фортуна. Мэджик. Да, с фортуной мне повезло. Теперь у меня еще из этих паучки падают. А. Вообще здорово. Манать. Мегабомбы, мегабомбы, мегабомбы. Мне кажется, мой основной уже урон чисто от мух идет. Чисто урон идет от мух. У меня чисто все, да, бомбы, как я понял. Ну, таблетки бомб превратились. Замечательно. Так, стоять. To start. Покажите мне мир. Поехали. Так. Та-та-та-та.
Та-та-та-ра-там. Так, ну, в принципе, я вижу, куда мне нужно идти. Не вижу сложностей. Пипец, просто у меня... О, камикадзе. Чтобы было просто активным. Просто чтобы было активное. Плюс терза. Конечно, она мне не увеличится. Ну, попытаться следовало. Так, хорошо, полетели. Ирка. Так. Ну что, поехали. Тихо, бессмертие. Yes. А, new pill. Каев. Так, все, это у нас последний забег за этого персонажа. Вот, и дальше у нас в основном идет то, что я вам говорю. Достижение. И пилюли. Ну, не пилюли, а этот. Last. Lost, last. Вон, видите, там типа показано, там где моя скорость передвижения. Сколько у меня сейчас этих херовин. А вещи из магазина все попродал. Да. Перерол попропадал. Да-да. Так, ладно. В принципе, здесь мне ничего не нужно. Не-не-не, я этого взорву. Певец, у меня этот уже лахнутый. Так, вниз. Сердце. О. В смысле, я могу получить Forgotten'а? Серьезно? Этот звук обозначает, что я могу найти Forgotten'а. Да, видите, вот тут лопата, смотрите, во. Блин, а у меня тогда не будет активки. Ладно, поехали. Плевать. Теперь на нас будет постоянно нога падать. Минус в чем? Видите? Я не хочу, чтобы на меня падала нога. И я открою Forgotten'а. Сегодня. Это под... Во-во-во, вот она, о чем я и говорил. Она уже здесь. Она уже выехала за мной. Ай. Леофан. Лаверс. Рукавичка. Магия. Валим. Мне нужно сейчас быстро все пройти. Мне нужно дойти до босс-арены. Короче, победить мамку. Ну, вы понимаете, то, что меня сейчас будет коцать, все. Нужно просто бежать. И желательно шустрее бежать. Так, тихо. Ноги, 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 ноги. Так, магазин. Успел. Дерьмо, берем, уходим. Покупаем.
На деньги будем покупать себе эти тогда. Заходим, выходим и быстро собираем все, что есть. Ай. Ай-яй. Ну вы понимаете, да? Какой уровень пиздеца. И главное, у меня защиты ж нету. Меня может угогошить все, что здесь угодно. Поэтому я просто бегу, я просто лечу. Да и залетай, типа, в комнаты, которые можно, типа, посетить. Ну, и что? Голова рыбы, херня. Там уже нога падала, херня. Не-не, тихо, я пилюли могу взять. Бац, 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 бац. Опасно, опасно, опасно. Мать, моя женщина. Только детей. Тихо, ключик. Валим. Вверх. Пилюля. Тихо, дальше, летим, 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 просто летим. Ноги, 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 чертовы. Падают каждую секунду. Бля, хамуха, муха, муха. Почему именно по мне ты бьешь? Не бей, пожалуйста. Дай мне жить. Ох, ты ж ё-моё, карта какая запутана. Еще дамаг, окей. Давайте сюда. Прямо, 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 прямо. Мне не нужно... Чёрт! Next, next. Уже плевать, плевать. Нужно просто бежать. Так, тихо. Нужно понять, куда. Куда, куда, куда. Тихо, сюда. Вниз. Вниз. Нахера руки? Все, валим, 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 валим. Они мне еще автомат могут мой сломать. Они это могут. Манать. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Просто бежим и мансуем. Блин, руки. Все, все, все. Отлично. Берем негатив. Заходим. Все, дальше можно не беспокоиться. Вау, не-не-не, все еще можно беспокоиться. Потому что мне еще нужно с такой херней челлендж точно пройти. Are you now, my friends? Вот, you have to me tell. О, пока. Пока, 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 пока.
Просто ноу-стоп. Раш, ноу-стоп. Кто? Я не вижу его. Манать. Ханды бошат, ханды бошат. Я просто мансую как бог. Нельзя, чтобы по мне ноги попали. А то будет просто пец. Осталось еще немного. Осталось только дожить. Все, 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 все. Все. Наконец-то. Ой. Я даже не знаю, как мне эту серию назвать, потому что это как бы и портал во времени у нас, и... Блин, Forgotten, come on! А раньше нельзя было, если вот через вот эти перебросы. Раньше это все было закрыто. Лопатка нам нужна на самом деле. Раз сундук. Два сундук. Три сундук. Может арт? Я понимаю, что у меня типа дохера ключей, но не такой степени. Ну хотя бы он золоты не кидает мне в сундуке. Хотя бы золотые не кидает. Давай. Ну, он дал мне отмычку, в принципе. Но она мне не нужна. Так, ну у меня, в принципе, две карты, которые мне дают сердца. Блин, хочется активку заюзать, а понимаешь, что это не то, что нужно. Ой, класс. Ой, нет, не класс! Вообще не класс. Это вообще не круто. Ладно, камон. Я надеялся на что-то больше. Блин, у нас, в принципе, это уже подвал, то магазинов не будет, можно ничего уже не открывать. Это уже последний, на самом деле, забег. Потому что в следующем мы с вами закончим. Ага, я урон получу, ну нафиг. Всё, скорость. Да, хорошо, что мне еще гарпия осталось. Видите, что за счет мух я убиваю еще. Что еще есть гарпия у меня? Хочу я брать. Еще плюс дальность. Считай, купился. Минус смерть. Пойдемте в сделку. Вон ли черные сердца. Тихо, чуть не вышел.
У меня еще две карточки Херабрина. Херафима, Херабрина. Так, вверх. Не знаю, сколько будет это на самом деле видео рендерится. Ну, мне как-то все равно. Ай. Это плохо. Ладно, будет белое сердце. Мне бы наверх. Мне бы наверх. Монетка. Мне кажется, там в углу будет то, что мне нужно. То, что мне нужно, находится сверху. Не, можно, конечно, за лоста попытаться сыграть, но это будет уже такое жопа. Просто жопа будет. Ладно, низ. О, погнали. Пойдем полностью в эту сторону. Мне нужно, главное, попасть в сундук. Именно в сундуке я смогу открыть Forgotten'ом. Значит, следующий забег у нас будет за Forgotten'ом. Зараза. Зараза, зараза, зараза. Давай. Раз, два, три. Четыре. Сундук. Так, а теперь осталось найти только Forgotten'а. Изи увернулся. Чтобы найти Forgotten'а, нужно зайти в каждую комнату будет. Либо она будет здесь, куда я вниз, если пойду. Нет, не повезло. Там посередине должна быть могилка. Оу. Паучки. Вернем. Там бомбы, дальность увеличена. Блин, да, могилка будут долго искать, долго-долго. Надеюсь, все понимают, что, кто такой Лост, да, типа призрак, которого ваншотит любая атака вражеская, потому что у него, в принципе, нету сердец. Но он может делать адские сделки бесплатным. И умирай при этом. Давай, давай. Отлично. Так, сюда. Я так и не вижу могилу, на самом деле. Ай. Я точно знаю, что она тут есть. Так, карандаш. Таблетка-пулятель. Опять монеты. Можешь в этой в комнате, в нижней, с этой стороны. Но это более похоже на правду. Сейчас глянем. Да, это нам. Просто подходим в середину, нажимаем пробел. Полетел дух. Значит, Forgotten'ом открыт. Возьмем. Юзаем карту.
Берем сердечки, рашим. Раш, 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 уж. Только не знаю, меня я надеюсь, меня засчитало, типа, я не зря вот этот супер ран сделал. Мегабомба. Ноу. Все. Все. Погнали, короче, быстро снова к Форготтену сходим. Мы нам дали какой-то предмет все-таки. Бля, только не говорите, что мне нужно было еще один раз сделать рерол. Я, кажется, да. Черт, ладно. Погнали в сундук и будем заканчивать. Еще одна концовочка. Бутер. Масло получено. Так. Пожалуйста, скажи, что ты мне его дали. Бля, серьезно? Ребят, прикиньте, Форготтена не дали. Форготтена не дали. Ну, масло зато дали. Ладно, давайте тогда на этом... Походу, бутер это и есть, да, за это? Это давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Мы играли час 20, час 26. И всем пока.